пришла вот сегодня такая посылочка с кормом для хамелеона. Сейчас вместе с вами будем ее распечатывать. Увидите, как это выглядит, как его пересылают. Вообще пересылать по почте у нас живых существ, насекомых, без специальных коробок, предназначенных для этого, запрещено, но тем не менее мне высылают вот так. Хорошо запечатали, сейчас откроем и посмотрим, как это выглядит. Что же у нас здесь? Ага, друзья, пришло не совсем то, что я ожидал. Ожидал тараканов, а прислали мне на этот раз, вот я вижу, африканских сверчков. Хамелеона мы ими еще не кормили. Вот бутылочка, в ней газетка, бутылочка пробитая дырочками много раз. Там на дне сухой корм для этих сверчочков. Посмотрим, как отреагирует на них наш хамелеончик, потому что ими мы еще его не кормили. Кормили, были у нас до этого паучки, птицееды большие, но именно как хамелеон отреагирует, не знаем. Главное вести себя осторожно, аккуратно, чтобы никто из них не сбежал, потому что если он где-нибудь спрячется и вырастет, то музыкальные ночи нам всем здесь обеспечены. Вот так выглядит эта посылочка. Сейчас будем смотреть, как он отреагирует. Вот так вот в баночку аккуратно пересыпали несколько штучек. Сейчас будем смотреть, понравится или нет ему. Давай пробуй, угощайся. Ну что, видно, заинтересовался этим мельтешением в баночке. Все, первый пошел. Ну что, жует, не выплевывает, значит нравится, значит будем кушать. Для хамелеона, кстати, иногда полезно менять рацион, чтобы организм пополнялся новыми какими-то, не знаю, витаминами, минералами, может быть. Так. Еще одного понравились. Все, значит будет кушать. Отлично. Потому что если кормить чем-то одним постоянно хамелеона, он может начать болеть, у него может быть вялое состояние, настроение постоянно. Нужно иногда пробовать менять ему рацион. Вот. Так, еще один за другим. Но с тараканами было проще. Тараканы они побольше, и ты как бы дал ему одного, он его жует и наелся. Вот. С сверчочками будет, наверное, немного это все подольше, но ничего. Главное, что ему нравится. Давай еще одного и расходимся, да, Гулливер? Отлично, молодец. Ну что ж, вот так выглядит теперь наша новая пища. Вот в таких примерно коробочках она нам приходит. Так что рады были с вами поделиться этим видео, этим опытом. Заводите себе интересных, экзотических любимцев. Всем хорошего дня!